Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Я прочту только первое сообщение ваше, первый текст, потому что все читать будет слишком долго, тем более, что в первом сообщении, как правило, выражена вся суть проблемы. Значит, в субботу договорились на встрече. На встрече, хотя сейчас выяснилось, что мы не договаривались, а просто поговорили об этом. Сам счастье, что сегодня встретимся и идем к нему. Ну, понимаете, вот тут как-то странно, да? То есть вы говорите, что договаривались, он говорит, что не договаривались. То есть, ну, мне кажется, здесь вообще нужно уметь учиться слышать человека, да, то есть слышать не то, что вы хотите слышать, а именно слышать то, что человек говорит. Вот. И то, что у вас, видимо, не получилось это сделать, услышать человека, потому что, ну, вероятность того, что человек сейчас вам врет, она очень, очень маленькая на самом деле. Вот, достаточно большая, чтобы не услышали человека, вот. Другой вопрос, почему вы не услышали человека, то есть, что вам помешало слышать человека? Возможно, вам как раз-таки помешало услышать человека то, что вы сами от него ждете, то, на что вы надеетесь, то есть, например, вы надеетесь, что у вас будут отношения какие-то, или вы в нем нуждаетесь, да, то есть у вас потребность вот, ну, что-то получить от него. А вот, то, что, вот, понимаете, есть проблема коммуникации, то есть, если человек, вот он, вот, все, давай, вот, завтра мы с тобой идем, то есть не завтра, а вот, значит, ну, в понедельник, да, то есть послезавтра мы с тобой встречаемся и идем. Вот, вы еще раз представляете, что завтра мы идем. Да, все, договорились. Вот, если тогда завтра было, то здесь как бы двойной трактовки быть не может. А если там разговор идет в принципе, то есть, типа, вот, было бы здорово, там, или там, как-то еще, или в контексте общения, это совсем другое. То есть, еще раз повторю, это умение слышать человека, не просто слушать, а слышать его. Для того, чтобы слышать, нужно иметь соответствующий эмоциональный фон, который не реагирует потребностями на то, что говорит другой человек, а настолько, что вы переставали бы его слышать. Дальше. Значит, сегодня позвонил около 16, говорит, я еду домой прибраться, позвони, как освободишь. Ок, я думаю, позвони сразу, как буду готова выехать. Звоню, он выходит из дома и едет на семейный ужин. До этого встречался с друзьями, сейчас я сижу расстроен. Так. А почему вы сидите расстроены? Это первое. Второе. Значит, второе. Это то, как вы восприняли то, что он уже поехал на семейный ужин. Третье, это то, что если вы выяснили, что вы не договаривались, его действия абсолютно, ну, нормально, да? То есть я просто не тороплюсь человек в чем-либо обвинять. Мне все-таки кажется, что очень важно слышать людей, слышать именно то, что они говорят. Не то, что мы хотим услышать от них, а то, что они говорят. Вот. Дальше. То, что вы расстроены, ну, это говорит о ваших ожиданиях уже, да? То есть имели место ожидания, которые, соответственно, не оправдались. И здесь мы можем, наверное, говорить о том, что вы можете быть чересчур зависимы от мужчины, именно чересчур от него зависимы быть, что, конечно, нехорошо, с учетом того, что если вы только встречаетесь. Дальше, значит, он говорит, ну, типа, такой я, у меня нет четких планов, с одной стороны, у него, конечно, могут быть дела, но мне сразу дали понять, что мой приезд не в приоритете, а всегда так будет.
Нет, почему это будет так всегда? Это не будет, это не обязательно будет так всегда. Ведь, опять же, очень важно понимать, насколько вы близки и как долго вы встречаетесь. К примеру, если вы знакомы там, не знаю, пару недель, ну, это нормально, если вы знакомы месяц, это нормально, если вы знакомы 2-3-4 месяца, то уже, конечно, нет, там, ну, как бы это уже, наверное, не совсем. И с другой стороны, если он действительно такой человек, то это его особенность, и вам нужно просто принимать его таким, как он есть. То есть, грубо говоря, уже сейчас вы хотите его поменять, уже сейчас вы как-то расцениваете, вы говорите, что мой приезд не в приоритете. То есть его действия вы принимаете на свой счет. Это говорит о том, что у вас есть уязвимые места. Вы сомневаетесь в себе, в своей собственной значимости, в своей собственной ценности, возможно. И пытаетесь решить эту проблему через мужчину, а отношения так не строятся. Люди бывают разными. И действительно, у человека может быть такое вот отношение вообще ко всему. Это не повод принимать на свой счет его действия, его поведение, его поступки. Но если вы это делаете, значит, вас это как-то задевает, а значит, внутренне вы соглашаетесь с тем, что вы недостаточно значимы. И вот эта недостаточная значимость, она как раз таки идет, скорее всего, из детства, когда вы пытались вот как-то, возможно, у кого-то из взрослых добиться вот этого вот внимания, добиться признания, добиться того, чтобы человек как-то вас заметил. Вот как бы вы подсознательно до сих пор не пытались этого самого внимания добиваться. Вот. Ну, так глубоко мы копать, конечно, не будем, потому что в этом нет никакого смысла. Это такой дикий-дикий психоанализ получается, не хотелось бы особо им увлекаться. Вот. Суть в том, что вы восприняли на свой счет то, что он сделал, хотя это, в принципе, вполне нормально. Вот, и суть в том, что вы расстроились, что у вас прям есть откровенно негативные эмоции по этому поводу, хотя ничего плохого не произошло. Кроме того, что, очевидно, вам нечем больше себя занять. Ну, люди довольно негативно реагируют на такие слова часто и говорят, нет, нечем себя занять, просто вот человек там пообещал там что-то еще. Это на самом деле не гибкость, это не гибкость, то есть вот он, ну не получилось с ним, ну и ладно, вот, как бы займусь чем-то другим, да, вот. Далее, вы спрашиваете, звоночек это или нет. Вот звоночек это или нет напрямую зависит от вашего субъективного восприятия этой ситуации. Понимаете, то, что вы расстроились, ваша личная проблема, которую по-хорошему нужно решать. И проблему эту я бы сформулировал так. Расстраиваюсь, когда чувствую, что недостаточно важна для мужчины. Это проблема. Да? Она не имеет никакого отношения к тому, звоночек это, не звоночек, она не имеет никакого отношения к субъективному наполнению этого поступка мужчины. Вообще никакого. Это чисто ваше восприятие и чисто ваша проблема. И чисто ваши противоречия. И чисто ваши тревоги. И чисто ваша фрустрация по поводу неудовлетворенности какой-либо. Это ваша проблема. Но если проблемы не будет, то есть если вы не будете расстраиваться, да, если вы перестанете расстраиваться, если вы станете, допустим, более гибкой и прочее, то здесь встает вопрос о том, а насколько вы считаете приемлемым такое поведение мужчины. Просто с точки зрения вот ваших представлений о том, как должны развиваться отношения между мужчиной и женщиной. И вот тут-то вы и выдвигаете человеку
те самые границы, произвольные границы, которые и демонстрируют, что нужно делать для того, чтобы с вами общаться. Если вы, например, считаете, вот именно считаете, если вам импонирует мысль о том, что у людей могут быть свои дела, и они не привязаны друг к другу и могут встречаться тогда, когда хотят, и столько, сколько хотят, да, то это одно. Если вы считаете, что мужчина не должен, именно вы, не кто-то другой, а именно вы считаете, что мужчина не должен вести себя так, что он должен сам выбирать вас и ваш приезд, то это совсем другое. Но делать это, формулировать и формировать данные представления об отношениях необходимо произвольно, чтобы в основе их не лежало, не лежали чувства, чтобы в основе их не лежало раздражение, чтобы в основе их не лежал страх, не лежала брошенность какая-то, да, вот ощущение брошенности, чтобы в основе их не лежала неудовлетворенность, понимаете? Чтобы это были чисто представления, что я, уверенная, самодостаточная женщина, считаю, что мужчина по отношению к женщине должен делать то-то, 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 и я несу ответственность за свои, за свои представления, да, я отвечаю за это. То есть, я отвечаю за это. А как я отвечаю? Я отвечаю тем, что я не соглашаюсь на другое общение. Я общаюсь только с теми, кто соответствует этим условиям. Это ваше право. Никто не может его оспорить. Это исключительно ваше право, и вы можете так поступать. Ну, вы же сами за это будете расплачиваться, да? Вот. Поэтому, звоночек это или нет, решаете вы, но проблема в том, что сейчас, на данный момент, из-за своих чувств, вы не можете точно определить, звоночек это или нет. Поэтому вы хотите обойти свои чувства и сразу перейти к вот этому понятию, чтобы кто-то за вас сказал, звоночек это или нет, и вам скажут, вам уже говорят. Но мне кажется, это не совсем полезно для вас, потому что звоночек это или нет, определяете вы. Но чтобы определить это, необходимо уменьшить эмоциональный фон. А уменьшить эмоциональный фон, значит разрешить вашу психологическую проблему, которая не имеет отношения к тому, звоночек это или нет. И вот разрешив свою психологическую проблему, вы сами будете определять, что для вас звоночек. А что нет? И самостоятельно нести за это ответственность, как и любой взрослый человек. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Ну, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.